Уже в восьмой раз любители бега собрались в музей-заповеднике Горки Ленинские на традиционный осенний ленинский забег. С каждым разом мероприятие становится все более масштабным. В этом году у нас участников 250 человек. Очень, можно сказать, самое представительное. Обычно мы ограничивались все-таки 200 человеками. В этом году решили допустить 250. И поэтому сегодня, можно сказать, рекордное количество людей у нас участвует. Нам всегда каждый год согласуют в этих числах это мероприятие. Мне кажется, что самой администрации тоже оно очень нравится, оно популяризирует в том числе и музей-усадьбу, и бег, и как бы вот эта коллаборация, она всем, наверное, интересна. Получив стартовые номера, участники сделали разминку. Им предстояло преодолеть одну из дистанций на выбор – 4,5 или 9 километров. Для детей организовали трассу в 2 километра. Многие из атлетов приезжают сюда уже не один год. Ленинский забег – это одно из мероприятий, которое вот я посещаю регулярно. Уже жду это мероприятие, это вот золотая осень, а сейчас тем более вот в этом году выдалось. Поэтому настроение от погоды, от атмосферы великолепное. Здесь свое родное, это 10 километров, это просто разминочный забег, то есть нормально. С друзьями, куча друзей, все видно здесь стоит. Просто в удовольствие по природе пробежаться, насладиться такой погодой. Первыми покорять свои километры отправились юные спортсмены, а позже старт был дан для взрослых. Подготовленные участники устремились вперед, остальные же преодолевали трассу, проходящую по живописной природе музея-заповедника в легком темпе и с улыбкой. Первым финишную черту на дистанции 4,5 километра пересек Алексей Крылов. Он побеждает в ленинском забеге уже второй год подряд. Дистанция далась, скажем так, легко, потому что готовимся, тренируемся, активно проводим выходные, ходим на тренировки. Здоровый образ жизни. Среди девушек победительницей стала Анастасия Петрова. Она также все последние годы неизменно заканчивает дистанцию в призах. Оглядываясь назад, смотрела, нет ли девчонок за мной. Вот. Но в то же время не думала расслабляться. Вот, думала для себя результат поставить. Вот. И здесь очень красиво, я сюда приезжаю просто, чтобы насладиться природой, атмосферой. Спасибо, что проводите ленинский забег. По завершении мероприятия состоялась церемония награждения. Стоит отметить, что грамотами и подарками, предоставленными торгово-промышленной палатой, наградили победители всех дистанций не только в абсолюте, но и по возрастным категориям. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.